Мы можем вот, смотрите, товарищ командир, мы можем вот туда пройти и вот здесь с угла смотреть, там сидушка есть, хорошее место такое. О, пробитый потолок. Тут верхний этаж. А я пойду сейчас засниму. Хорошо. Пуска наш подвал. Вот. Двери недавно поставил. Вот пробоина. Осколок зашел вот отсюда. Прошелся вот так внутри. И выбил вот две железки. Вот у нас здание. Вот они, здания. Вот. Это от перевозного миномета. Снаряд залетел прямо в фундамент под стену. Вот. Такие у нас дыры. Брушены потолки. Мины ложатся абсолютно везде. Вот. Вот такие здания. Вот они. Это здание Донбасс-Аэро. Это гостиница. Вон там находится вход в бомбоубежище. Сейчас засниму его. Вот это вот вход в бомбоубежище. Вот он. Где сегодня мы прятались от обстрела. Там находится двойка. Вот это здание двойка. Где подорвали командира Спарты. Волка. Осколочное ранение в голову. Вот здесь у нас была трасса, через которую мы носили себе кушать. Вот электрощитовая. Электрощитовая. Вот на вот этой трассе у нас 6/300. После чего, после 6/300, мы ее засыпали преградами, чтобы не было видно передвижения. Вот. Там за углом старый терминал аэропорта. День солнечный.